Надо молитву почитать уже. Нет, молитву не надо. Уже загадываем желание или что? Все уже, сейчас, да? Сейчас. Еще не загадываем. Сейчас поможет тебе. Ну-ка, подожди, поможет. Да, обязательно толщу должно все это выполнить. Толщу должно, да? Да, толщу, да. Вот смотрите, я снял вот такую корку, а вот эту корку я делил на 4 части. Почему на 4? 4 стороны света. 4 сезона, вот, правильно? 4 сезона, 4 стороны света. 4 стороны света. Так тоже, ну у нас так и делается. То есть я должен вот бросаю, вот в таком виде, если выпали, значит желание сбудутся. Покажи, если кто-то будет ручается, что как бы может как бы бросить, я не гарантирую. Надо загадать сейчас, да? Да, вы можете загадать. Если вот так выпал, два на два, да, получается? Сбудется. Да. Значит, кто смело? Желание сбудется. Ну, мы доверяем. Мы доверяем тебе. Не, я могу, пожалуйста. Вот Магомед, давай, Магомед, да. Магомед, да, он сейчас сам да. Пусть мы же тебе доверяем, пусть. Да. Хозяин, ну, я бросай, да? Выше, да, выше. Да! Отлично. Да, отлично. Да, 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 да. Ура! Это вообще классно. Да, ну молодец. И еще вот там принципе арбуз есть, но когда на фуршет выйдем, говорят, вот арбуз надо будет, вот из этого арбуза надо будет всем попробовать. Это помогает от болезни. Классно, все сбудется. Да, нельзя говорить, говорить нельзя. Ну, говорит, нельзя пока.